Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с главными новостями республики Умар Тикиев. Сегодня в выпуске. Объем производства баранины на Северном Кавказе увеличится до 18 тысяч тонн. В этом году в регионе стартует капитальный ремонт и реконструкция 20 объектов здравоохранения. Черкесск принимает участие во всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. В станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России Канамата Боташева. Далее об этих и других темах подробнее. В 2023 году группа компаний «Домоте» планирует увеличить объем производства баранины на Северном Кавказе до 18 тысяч тонн. По словам руководителя направления «Баранина» группы компаний «Домоте» Леонида Ханукаева, к началу следующего года предприятия холдинга в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии намерены нарастить мощность до 25 тысяч тонн мяса в год. Достичь намеченных объемов позволит экосистема поддержки фермерских хозяйств, созданная холдингом. Этой весной на срочную службу в Вооруженные силы России отправятся около 80 юношей из республиканской столицы. Весенняя призывная кампания в стране пройдет до 15 июля. Как и в предыдущие годы, учитывается физическая подготовка, состояние здоровья новобранцев, а также высшее и среднее специальное образование, наличие военно-учебной специальности, полученной в ДОСААФ. Служить в течение года призывники будут в различных округах России. В зону проведения специальной военной операции они направляются. Не будут, отметили в военкомате города. Всего Карачаево-Черкесия направит в армию весенний призыв 2023 года около 400 человек. Правительство Карачаево-Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Комментирует информацию заместитель министра строительства и ЖКХ республики Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе, в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, вот который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. В этом году в Карачаево-Черкесии стартует капитальный ремонт и строительство 20 объектов здравоохранения. В частности, капитальный ремонт 4 медучреждений – участковой больницы в ауле Джугута, поликлиники Хабейской центральной районной больницы, амбулатории в селе Важном и врачебной амбулатории аула Инжи-Чукун. Взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будут построены 16 новых объектов первичного звена здравоохранения, оснащенных необходимым современным оборудованием. Вместе с тем, в текущем году распахнут свои двери обновленное здание поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы, а также новые врачебные амбулатории в Преградной и Октябрьском и ФАП в Учкулане. Черкесск принимает участие во всероссийском онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в следующем году. Мэр города Алексей Баскаев призвал горожан активно участвовать в рейтинговом голосовании, организованном в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Республиканский центр на голосовании представит два общественных пространства – сквер на улице Красноармейской и Покровский парк. Выбрать, какое из этих мест нужно привести в порядок в первую очередь, жители города старше 14 лет смогут с 15 апреля по 31 мая. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2024 году. Проголосовать можно на сайте 09.городсреда.ру. В
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 20 мая. По традиции на портале kultura.rf можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций. Тема акции созвучна году педагога и наставника «История и истории». В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях и научных открытиях. Музеи и учреждения культуры во всех регионах страны, в том числе и Карачаево-Черкесии, готовят для посетителей интересные экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Международная акция «Единая Россия. Диктант Победы» в этом году пройдет более чем на 12 тысячах площадок. Все желающие смогут поучаствовать в ней 27 апреля, как очно, так и онлайн на сайте diktantpobeda.rf. Центральной площадкой традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. В Карачаево-Черкесии все желающие могут написать диктант Победы на 50 площадках. Они будут открыты на базе школ, СУЗов, вузов, воинских частей во всех городских округах и районах республики. В Карачаево-Черкесию вернулась международная акция «Сад памяти», главная цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких лет в нашей республике в лесном фонде, в парках и скверах, в детских садах и школах высаживаются тысячи молодых деревьев. А в прошлом году акция получила новый формат. Саженцы фруктовых деревьев стали бесплатно раздавать нуждающимся семьям. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит очередное мероприятие всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Конкретно она называется «Сад памяти дома». Суть акции в том, что саженцы плодовых деревьев распределяются по семьям нашей республики. Муниципалитеты распределяют по семьям, и как раз-таки сады КЧР предоставили памятку о том, как эти саженцы наиболее удобным способом высадить, чтобы они приспособились, то есть какую обработку необходимо сделать. Эта памятка будет как раз доведена до всех, кто получит саженцы. Стартовал социальный проект в сфере креативных индустрий, развлекательно-познавательное шоу «Лицо кавказской национальности». Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а также различных министерств и ведомств регионов Кавказа. Об этом сообщила руководитель проекта Дарья Зинковская. Мы рады сообщить, что уже стартовал отбор участников. В данном шоу могут принять участие 16 представителей регионов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгеи. И цель данного проекта – формирование новой системы продвижения культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Подумайте, может быть, именно вы хотите стать лицом своего региона в данном шоу и показать всем жителям не только нашего Кавказа, но и других регионов России и других стран истинное лицо Кавказа. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. Это один из инструментов арт-терапии, представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаево-Черкесской республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером.
Карачаево-Черкесии снят документальный фильм «Вместе мы сила». Лента подготовлена в рамках проекта, руководителем которого является преподаватель истории Карачаево-Черкесского технологического колледжа Арсен Карасов. Проект получил грантовую поддержку Фонда культурных инициатив и направлен на формирование устойчивого понятия тесной исторической взаимосвязи Донбасса и русского мира, развитие чувства патриотизма и любви к родине, а также повышение интереса детей к истории страны и сохранение исторической памяти. Открытый просмотр фильма состоится в Черкесске в первых числах мая. В республике будет создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, который будет предоставлять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению сроков предоставления услуг как минимум в 3 раза. До конца этого года в электронный вид переведут 90 услуг. В рамках государственной программы содействия занятости населения Карачаево-Черкесской республики в Центре занятости Черкесска реализуется ряд мероприятий, способствующих трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Информацию комментирует начальник отдела занятости Елена Жадькова. Размер возмещения затрат на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида составляет 70 550 рублей. Для оснащения рабочего места работодатель может приобрести рабочую мебель, компьютерную технику, инвентарь, программное обеспечение, иными словами, то, что необходимо будущему работнику для исполнения его должностных обязанностей с учетом состояния здоровья. К примеру, в 2022 году в реализации данного мероприятия приняли участие 8 работодателей различных форм собственности – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, республиканские и муниципальные учреждения. Это позволило трудоустроить 13 граждан с инвалидностью. Трудоустроены они были по таким профессиям, как медицинская сестра, специалисты, сторож, помощник повара, юрист. В основном рабочие места оборудованы компьютерной техникой, рабочей мебелью, техникой медицинского назначения, сплит-системами для создания благоприятных микроклиматических условий. В текущем году также из республиканского бюджета выделены средства для оснащения 17 рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью. И работа по этому направлению активно ведется. Уже заключены договоры с 2 работодателями. Компания «Русети Северный Кавказ» в этом году направит на обновление оборудования на подстанциях в Карачаево-Черкесии 34 миллиона рублей. За счет этих средств планируется обновить около 200 единиц основного оборудования на подстанциях. Ожидается, что в результате будет повышена надежность электроснабжения 25 социально значимых объектов и более 30 тысяч жителей Прикубанского, Зеленчукского, Карачаевского и Малокарачаевского муниципальных образований. Сразу в 2 школах Абазинского района полным ходом идут работы по капитальному ремонту. В частности, обновятся здания общеобразовательных учреждений в ауле Кубина и гимназии номер 1 ПСЖ. На объектах проведут ремонт фундамента, потолков, заменят окна и двери, отреставрируют фасады и, конечно же, будут выполнены внутренние облицовочные работы. Вместе с тем планируется замена систем отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. Ремонтные работы планируют завершить до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября учащиеся смогли вернуться в обновленные школы. 7 по 12 мая текущего года в станице Преградной Урупского района пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России генерал-майора авиации Каномата Боташева. Студенты российских вузов выступят в таких дисциплинах, как греко-римская борьба, вольная борьба и женская вольная борьба. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.